Здравствуйте, дорогие мои друзья. Знаете, я хочу сегодня в защиту этого президента сказать. Слушайте, ну вы Вована каждый день лупцуете без передышки. Ну дайте вздохнуть пацану. Дайте ему хоть съездить на Валдай там себе в криокамере там зад подморозить. Дайте ему там пилинг какой-нибудь навести, там, чтобы ему протерли там зад, я не знаю, каким-нибудь ершом из Мертвого моря, чтобы у него, как говорится, иммунитет хоть чуть-чуть поднялся. Вы его там шарашите и шарашите. То его шаман из психушки, как говорится, бомбит. То там снеговики за шамана выступают. То вообще там... А теперь еще и, как говорится, Навальный из тюряги. В этот святой день. Он же 21-го, да? 21-го? Не ошибаюсь я? Может, ошибаюсь. По-моему, 21-го. Дядя Вова собрался законодательному собранию рассказать о том, как расцветет, как расцветает наша великолепная страна. Какие он очередные планы вынашивает. И тут в этот святой день Навальный с его сторонниками объявляют митинг. Вот здрасте, приехали. Да вот тебе и припарочка после бани. Тут никакого пилинга. Не съедешь даже на Валда, не сгоняешь. Надо опять стягивать этих, как говорится, слабовиков со всей страны. Надо собирать силы. Все ФСБшники сядут сейчас репу чесать. Задержать всех, кто там призывает к этому. Ну-ка, давайте мы... Ну, друзья мои, я человек законопослушный. Я, как говорится, Вовочку, как говорится, люблю. Прямо бы его взял бы, обнял. Ну, он маленький, я бы его так сверху по лысине погладил, сказал, ну, не грусти, не пузырься, революция. Как говорится, налет кислых не любит. На кураже надо, на кураже, не сдувайся, у тебя же есть ресурсы. Да, давай своих космонавтов одевай. Давай, как говорится, отстегивай держат. А он же жадный, сами понимаете, он там... Сразу, блин, сейчас платить всем опять сверхурочные. И этим, как говорится, опять сейчас начнется это. И в этот день, 21 числа, я только собрался, как говорится, причесался свои там три волосинки. Речь подготовил, чтобы бахнуть на весь мир, чтобы сказать, что там на Украине мы там, что мы шпионов задержали, что у нас там зарплаты повышаются. Он уже в последнее время стал говорить, что у нас доходы чуть-чуть повысились, чуть-чуть. У меня чуть-чуть, да. Там, у него было там 9 миллионов, стало 9 900. Нормально, повысилось. У нас с вами хрен повысился. Извините, да, ну, хорошо бы, чтобы у нас тут что-то повысилось, но на самом деле ничего не повысилось. Ну, в общем, друзья мои, не дают, как говорится, бабе Вове продуху. Все ее это, все эти агенты Госдепа со всего мира только и ждут. Как бы ему фитиль в одно место вставить и поджечь. И пустить, как говорится, голым в Африку. О, друзья мои, новости, вот я прямо думаю, ага, дадим мы тебе отдохнуть в бункере, дадим. Сейчас выпусти шаманушку, и тогда он не даст даже, вот не даст шаман ему отдохнуть, сразу пойдет со своей тележкой и даст этому. Ну, а сейчас пока Навальный, видите, даже голодая в тюрьме, объявляют, значит, вот этот вот 21 числа, в день, когда президент собрался рассказать о своих подвигах всей стране и этому собранию, ему тут такую дулю. Значит, выходные на смарку, сейчас звонят все телефоны, всех ФСБшников, как говорится, всех нас это, сейчас пойдут обыски, будут задерживать тех, кто там призывает, тех, кто сказал там, надо бы. Но я этого не скажу, потому что не буду вас призывать к этому, так просто намекну, так. Подморгну глазом одним. Типа, не призываю. Ни в коем случае не ходите. Не обижайте Вову. Он и так рыдает там в бункерах. Слезы. За что ж меня не любят? Я же все для вас, холопов, делал. Я, как говорится, я ли вас не любил? Я ли вас не порол? Я ли вам там по 5 000 в прошлом году пенсионерам не выдал ли? И за это мне все вот это... Неблагодарный народ, ухожу я от вас, плохие вы, злые, уйду, но прихвачу все остальное с собой, все свое добро, потому что я его честно наворовал. Так что, друзья мои, в общем, сюрприз для бабы Вовы. И действительно, не устаю я смеяться над этими фуксами. Будем надеяться, что подарок к такому празднику Вовану понравится. А после этого
Ну, сейчас, друзья мои, понятное дело, что сейчас воронки поедут. Сейчас вот эти вертухаи с дубинами. Сейчас вот эти насекомые наденут на себя вот эти мундиры и начнут спиливать двери у всех там. Вот и так они уж там всех, как говорится, блогеров переловили. Всех перебили, а все никак. Знаете, получается, как в сказке про мальчиша-кибальчиша. Знаете, уже всех, как говорится, переловили. Остался только мальчиш со своими друзьями. Ну уж этот мальчиш буржуинам-то всыпет. Так что же, мы будем ждать, пока мальчиши подрастут? Или все-таки как бы подумаем, чтобы нам, какую бы нам еще, не только дулю в этом в кармане крутить для Вовы все время. Мы всегда, я все время постоянно, считайте, держу дулю в кармане. Прохожу мимо мента, и, как говорится, дулю в кармане. Самое, да, думаю, да-да. Хрен тебе, как говорится, а не мое уважение. Ну, так точно так же сильны мы, россияне, дулями своими. Может быть, надо быть сильнее душой? Хватит в кармане держать. Надо вытащить уже, вытащить и показать. Кому-нибудь хотя бы себе сказать, если ты это не прекратишь лениться и вот этим мерзавцам, как говорится, потакать, то вот будет у тебя все время перед носом вот такая фига. Ладно, друзья мои, смотрим, наблюдаем дальше за этой чудеснейшей игрой богов. Я просто наслаждаюсь, я аплодирую богам. Но, друзья мои, я хотел бы аплодировать вам и себе. Потому что для чего-то они это делают. Наверное, чтобы нас растормошить, сказать: эй, давайте. Дайте им коленом. Дайте, пока не поздно, иначе вас закатают. Ну, посмотрим. Кто же победит? Боги там наверняка ставки делают. Они парни азартные, знаете, и тетки тоже азартные, потому что есть и богини. Пока.